Блин. Слетай давай. Ребята, всем привет. Вот у нас уже октябрь месяц, середина. Приехали мы на утку поохотиться. Такие 2 недели были совсем холодные. Уже утка облиняла. Походим здесь по полям, по канавам. Может, на какую сажалку выйдем. Дима вчера тут был, охотился, но неплохо настрелял. Селезней таких красавцев. Так что сегодня наша очередь. Вперед! Бруны гоняют его, да. Тараон, наверное. Да, молодец, какой он огромный. Ну. Против солнца. Первым делом пройдемся вот по этой канаве. Тут бывает осенью сидеть. Тоже в этом году вообще очень мало ездили на утку, как никогда. Поэтому, ну, сейчас по тем местам мы проедемся, где обычно утка сидела осенью. Ну, вот Дима вчера вот там поднял. Тоже можно туда заехать, посмотреть, где Дима вчера поднимал. Потому что, говорит, очень много было, такие большие стаи там сотнями. Нам столько не надо, нам с десяточек. Пару селезней собьем. Чива у нас на больничном, сидит дома. Поэтому вот такое вот приспособу, если что. Мы будем стараться так, чтобы не падало куда-то в камыш. Ну, как, короче, получится. Блин, думал, на чистое упадет, а он упал в камыш. Чуть-чуть дальше надо было его сбивать. Блин, тяжко будет достать. Оторвал и воблера. Вот он, селезень. Наконец-то. Есть. Отлично. Так, куда она упала? Я уже... Блин. Наверное, разбил ее. Ну тоже. Подранок, она бы сейчас пошла, и я бы потом ее не взял. Наверное.
Или тут на чистом взял бы. Короче, не знаю. Ой. Может, не сильно разбил. Не знаю, посмотрим. Так вроде цело выглядит, но вот тут пошла по перу дробь, серьезно. Ну да, я бы тут ее смог бы потом не взять, этого подранка. Надо было стрелять в любом случае. Был наготове, что где-то тут сейчас утки подымутся. Потому что везде ряска полностью ковром стелится. А вот где утки сидят, немножко есть такие, вот как здесь, например. Но тут дальше тоже две утки поднялось после выстрела. Это они, наверное, тут и сидели. Две сбил вроде. Попробуем их найти. А вторая вроде вот сюда куда-то. О, а вторая вот. Нашел по крови. Увидел вон кровь. Отлично. Все, что сбили, все нашли. Фу. С полем. Спасибо. Да, конечно. Чиво решает это. Без собаки это совсем другая охота. Подняла сразу три селезня там. Во второго промазал, этого старался, первого стрелял, чтоб над чистым, и все равно в камыш там на край упал. Тоже там мучился, доставал, тут перегнил. Воблер этот оторвался на селезне. Хорошо, что он не сильно далеко был. Да я уже спиннингом за крючок воблера зацепил, да еле вытащил, короче. Потом еще там две утки поднялось, тоже так на пределе стрелял. Одну сбил под ранком, пришлось добивать. Потом убегала в канаву. Короче. И сейчас вот тут вот в конце сидели черки и пару уток. Два. Нормально отстрелялся как в самом конце вообще. Вообще неплохо. Прошелся вот тут. Сколько? Километра полтора, два. Наверное, два не будет. Полтора точно есть. И вот, 4 утки, уже все, можно сказать. Я, ну еще поохотимся, потому что, ну что, это только приехали и сразу конец. Тем более, что на утку в этом году мы почти не ездили. Поедем куда-нибудь. Уже тут Дима вчера стрелял уток, уже туда не пойдем. Ну, будут там утки стопудово, но не пойдем в ту сторону. Поедем где-нибудь новые места посмотрим, может еще где найдем на будущее. Заехали за яблоками, вот такие прекрасные яблони. По осени мы сюда-сюда заезжаем. Здесь когда-то была дорога между деревнями. Видно, люди там на возах ездили, грызли яблочки, огрызки кидали в обочину. Ну и проросло вот груша тут, там яблоня растет, там пару штук. Ну вот это такая поздняя, зимняя. Ну бывает срывают, кто-то опережает нас, но мы сейчас себе пакетик нарвем, нам в этом году повезло. Будем с яблоками. Так, надо наверх лезть. Да. Все, все стряс. Будет утка с яблоками. Или скорее яблоки с уткой. Кусовый пакет еще мы собирали. Кайф, у нас что-то в этом году с яблоками слабовато. Короче, нет уток. Тут потому что канава заросла.
прошлом году она еще была более-менее. А в этом же, в следующем году, если ее не почистят, то нечего тут делать. Пусто, пусто, выросла капуста. Ни одной утки. Там очень заросла канава. Давай, Оля, выгони на меня кого-нибудь. Может, лося, если не утку. Нету уток. Нету уток. Тут с десяток сидело, было классно. Тут их искать хорошо, поле чистое. Куда поедем? Еще прогуляемся по вот этой вот канавке. Она заросшая, но так недалеко пройдемся. Бывает часто, что здесь осенью сидят утки. На этих выходных пройдет выставка в Орел Экспо, охотничья. Мы там с Олей будем 19-го где-то после обеда и 20-го числа, так что кому интересно, приходите, пообщаемся на стенде D40 компании Аркон и Фортуны. Мы будем там тусоваться где-то рядышком, так что приходите, поговорим. Будут тут утки сидеть, как думаешь? Будут, здесь всегда сидят. Мы там их не возьмем. Они там в безопасности. Пускай живут, поехали. Здесь у нас вот такие кусты идут. Среди кустов такие озера небольшие. Когда-то здесь шла речка до мелиорации небольшая. Ее выпрямили. А вот здесь кусочек такой остался. Сейчас попробуем здесь загоночкой. Я с одной стороны, Оля с другой. Сейчас попробуем, может, она на меня что выгонит. Но тоже они тут в разные стороны улетают. Не факт, что на меня налетит. Тем более я буду стараться так стрелять, чтобы падала на поле. Потому что там в траве я не найду. Да-да-да, они дальше. Видишь, где вот этот дуб раскидистый? Вот перед ним где-то. Я вот сейчас прям напротив их уже иду. Не могу найти вторую утку. Хотя я видел, что вот, ну, после выстрела она упала и крылом там что-то теребила. Я думал, ну все. Наверное, все-таки я ей перебил крыло. Тут уже хожу, вот пока Оля обходила тут уже минут 15. И поле вроде чистое. Скорее всего, что она под ранком с перебитым крылом куда-то. Может, эту дамбу зашилась. Но без собаки тут мы ее не найдем. Там в той траве пустой. Блин, ну Оля, конечно, ты молодец, нормально на меня выгнала, они налетели прям вообще такой тучи. А я еще как раз эту камеру снял, посмотрел заряд, вешаю, и ты, эй, они, блин, летят, я стреляю, эта камера что-то там напекрень. Ну,
так себе отстрелялся, можно было намного лучше. Что за Mozilla? Черок. Такой вот итог нашей охоты. 5 уток, селезень. Как-то сегодня одни утки попадались. Ну, сегодня без собаки. Без собаки тяжело, конечно. Это совсем по-другому. А так, в целом, отличная охота. Жду всех на выставке. Подписывайтесь на канал. Оценивайте видео. И увидимся в угоде. Или на выставке.